Вот нам надо понимать одну вещь, что мы под угрозу ставим жизни. И тех людей, которые будут встречать, и жизнь своего ребенка в том числе, друзья мои. Нам говорят, что дети переносят легче. Но, ребята, где гарантии, что не с моим ребенком именно не случится то, что он этот вирус подцепит, и он в тяжелейшей форме у него пройдет? Вы посмотрите, есть же у нас уже научно обоснованные данные о том, что дети умирают. Умирают дети. Где гарантии, что вашего ребенка пронесет? Слушайте, как вот эта вещь не дойдет до людей? Я говорю, не дай Аллах, он что, от этой птицы дивной или 5 рублей, которые он получит, вы готовы похоронить своего ребенка за эти 5 рублей или за эту птицу дивную, что ли? Ну, включите мозг, говорит, ну как так? Ну, вот эту же вещь понять надо. Из-за этого, хорошо, тысячи детей пронесет, но если вашего ребенка не пронесет, что вы будете делать? Как надо быть таким хорошим родителем или родственником, который под угрозу ставит жизнь своего ребенка уже в конце концов? Какими словами призывать уже людей? Есть же, это не то, что придумано. Детей хоронят. Уже детей хоронят, друзья мои.